Ну что ж, мы, пожалуй, начнем. Начнем, наверное, с самого главного, что у нас в стране о политике говорят не только взрослые, но даже дети. Это да. Именно поэтому мы хотим представить вам выпуск политических новостей на канале «Детский мир». Внимание на экран. Да. Политологи утверждают, что теневой бизнес все больше угрожает украинской экономике. Это страшно. Страшновато. Да. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с легкостью уступит свое кресло любому желающему. Да, по-братски. На этом закончим, да. Да. Продолжим. Братья Кличко с официальным визитом посетили Одессу. Для начала они прогулялись по Потемкинской лестнице. Затем решили прокатиться на велосипеде. Ну, а напоследок братья Кличко посетили одесский зоопарк. Веселое видео получилось. Да. Петр Порошенко и Владимир Гройсман заявили, что экономическая ситуация в стране стабильная, и они полностью ее контролируют. Интересно. Стопроцентный контроль. Непонятно, кто из них на дне. Ну да. Ну а певица Лобода заявила, что ее не пустили в Одессу, хотя сами одесситы утверждают, что двери для нее всегда открыты. До свидос. До свидос, обнимос, да. А туристы, которые добрались в Одессу на машине, потом еще несколько дней находятся вот в таком вот состоянии. Дальше информация для зрителей, которые приехали в Одессу всей семьей. Если вы переживаете о том, что наш концерт затянется допоздна, вы сможете оставить своих детей в круглосуточном лунопарке с увлекательными аттракционами. Вот такие они наши дети. Любите детей, не забывайте улыбаться!